В общем, всем привет. С вами была Пафани. Сегодня 5 июля. Семен одет по-весеннему. Сегодня с утра ливанул дождь. В общем, погода никакущая. Но я вот думал... Суслик, мать его, за ногу. Иди сюда. Иди сюда. Давай, камон. Давай. Кто это, блядь? Да ничего у меня нету. И, в общем-то, день обещал быть скучным, проведенным дома. Но вот погода, короче, немножко изменилась. Все равно пасмурно. Меня позвали выступить в составе группы флейтистом. Это мой дебют в составе группы играть. Поэтому я сейчас отправился на репетицию. Музыка не заготовлена нифига. Поэтому будем все придумывать на месте. Собственно говоря, про это сегодняшний влог, да, и будет видеодневник. Вот. Сегодня на электровелосипеде. Это как раз вот именно тот транспорт, вот еще раз повторяюсь, то есть когда плохая погода, ветрено, и нету какого-то такого прям вдохновения кататься, там крутить педали, тем более ехать, скажем так, где-то 10 километров, ну, чтобы не вспотеть. Я взял с собой специальную там одежду, ну, чистую, потому что вот в этом лохмотье, дерьмище, как бы, я же не буду на сцене стоять. Флейты вон две взял, будем пробовать флейты. И вот электровелосипед взял. В общем-то, классно, я еду потихонечку на нем. Единственное, что-то тормоза. Надо уже тормоза, этим уже лет 8 тормозам, и надо их менять. И вот эти тормоза еще с этого, с первого велосипеда радио. Смотрите, они меня сейчас, по-моему, сожрут. Эти суслики, вообще, они какие-то, а. Ну, давай. О, что это такое? Ха, интересно. Ну, давай, не трогай ты меня. Блять, кусается. Вот такие, в общем-то, друзья, дела. Поэтому сейчас вот я выдвигаюсь и едем. Седло сегодня, всю ночь оно простояло на работе. Короче, под дождем насквозь нафиг промокло. Надо будет его обязательно смазать каким-нибудь этим смазкой. Ну, такие, друзья, дела. А здесь хорошо. После дождя вообще особое такое прикольное настроение, а такое особое состояние. Вот озоном пахнет. Какие друзья, ладно. Ладно. Сажусь я на своего коня и еду. Опять же таки, для меня сегодня, например, электровелосипед, ну или просто велосипед, он наиболее актуален, потому что мероприятие будет поздно. Оно только начинается в 9 часов. Сейчас время 5:30. В 9 часов вечера оно только начинается. Соответственно, там до скольки мы будем тусить, не ясно. Автобусы уже в это время, они ходят довольно плохо. И я думаю, часть группы поедет уже домой на такси. А я что? А я на велосипеде, поэтому нет до фонаря. Кстати, снимаю на экшн-камеру Xiaomi. Купил я новые два аккумулятора, друзья. Кстати, на ваши донаты. Спасибо большое за донаты, так или иначе. То есть деньги идут на технику. Хотя уже не мешало бы купить. Ну, эта камера, она уже устарела. Я планирую, не знаю, может быть, с вами. Но я думаю, мы накопим денежку и купим уже такую экшн-камеру в стиле а-ля GoPro 7. Но это будет не GoPro 7, но там уже будет очень высокое качество. Там уже будет стабилизатор. То есть вот все как любите вы. Ладно. Провел я велик. Короче, честно говоря, запах офигенный от земли. А я вот уехал. Ага, и у меня автоматически отключилось. Чи-чи-чи. Включился. Ну все, крутим педали, жмем газульку и едем. Самое красивое это, наверное, вот это.
гитара мелся. Итак, друзья, в общем, приехал я, вот Антон, лидер группы Лето. Сегодня я за штатным флейтистом, возможно, буду с ними играть. Но если сейчас у нас по тональности все сойдется. Видите, тут барабанная установка, там вот этот портативный гитар, там, видимо, в общем, невидимо. И студия, и сразу мастерская художника. Да, кстати, он художник еще рисует. Вы, кстати, сегодня это, в желтых футболках будете? Я не знаю. Я-то взял желтую. Ты желтую? Ну, тогда я, наверное, возможно, тоже желтую. Ну, смотрите, как хотите. Да, тогда будет. Ну все, сейчас мы будем репать. Вот так. Да? Не будет войны называется. Собственного сочинения. Репетируем тут вовсю. Люди репетируют. А так. Ну я не знаю, песню первый раз партию отыграл на флейте. Как получится, так получится. Хрен его знает. Посмотрим. Вот здесь вот мы выступаем. Я, наверное, тоже выступлю. Там слушаем долго, я думал, мы прием сразу будем выступать, а мы там самые последние. Сегодня я решил сейчас отлучиться, съездить, покушать, поем, чуть-чуть перекусить там, шавухи какой-нибудь. Семеном, можно сказать, исполним песню «Не будет войны», называется она. Звятся дети, снег летит, зима гудит. Знаю я, что все на свете это добрый, светлый мир. Улыбайся чаще, друг, мы свободные. И на нашей планете не будет милая. Так грустно, когда за окнами вьюга. Когда все спят, и ты тоже веришь в сны. Но где же ты, моя майская подруга? Yeah.
В общем, что, все, выступили. Время 12 часов, ну, да? О, всем привет! Вот эти... Привет, привет. Да, это уже наконец-то видеодневники. В общем, эти на такси сейчас поют. Как я не знаю, сейчас мы там поем, тебе куда сейчас батарейки? Семен, тебе желаю хорошей дороги. Вот такой тебе дороги. Зеленого ветра. Ну ладно, спасибо. Прикольный вечер я провел. Счастливо. Давайте еще, надо подыграть там. Слушай, заходи, не могу исплясать. Да, ты еще можешь харакири, кстати, показать. Ну, харакири. Слушай, Семен. По-моему, люди не оценят. Они ничего не поняли. Ты приходи, если что, на репетиции к нам опять. Да, зовите. Ну как бы. Я буду звать тебя писать. Это учитывая, что мы сегодня вообще за 2 минуты всю эту... Это вообще... А если я еще поднапрягусь, конечно, то можно придумать хорошую мелодию. Можно еще соло какую-нибудь придумать отдельно. Да, да. Просто поработать. Да, да. Да, что типа не работали, по большому счету так вот, импровизация была такая. И у нас уже опыт появляется все больше и больше. Ну, мне нравится, как вы поете, вот песня «Море» мне понравилась. Я рад. Последняя прям. Мне она тоже нравится. Да. Там чувачок сидел, подтаптывал ногой. Ну, я тоже там это прихлопывал. Круто, круто. Ну, ладно, все, давайте. Все, давайте, всем пока. Всем удачи, пока. Спасибо тебе. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Да. Все, короче, поехали. Выехал я на мост, ребята пошли там ударную установку относить, а я вам поехал. Аккумулятор поставил, велосипед едет на круиз-контроле, поэтому мчу на скоростях, город пустой, мост пустой почти. Сегодня суббота, уже воскресенье, уже 12 часов. Приятное настроение, то есть когда вот так вот меняешь обстановку, это очень здорово. То есть когда вот эта атмосфера группы, знаете, вот этого выступления, да, это небольшой формат, и моя роль здесь совсем маленькая, вот, но тем не менее, сама туса, сама вот эта вечеринка, это интересно, прикольно. А так бы я просто дома сидел бы и втыкал бы в компьютер. Поэтому такой, я не знаю, долгий, недолгий вложик получился. Но это видеодневник. О, это видеодневник, друзья. Теперь видео будут такого формата. То есть уже сколько можно про велики снимать. Вот сегодня был такой день. Как бы мне показалось, что его можно заснять и кому-то будет интересно. Ну ладно, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!